На улице Острякова в районе 8-го дома не смогли разъехаться две девушки. В результате пришлось вызвать к месту происшествия сотрудников полиции. По проспекту Острякова со стороны Красного Знамени движется автомобиль Mitsubishi RVR. За рулем дама, она не спеша едет по крайнему левому ряду. Параллельным курсом движется Toyota Prius. За рулем гибрида также женщина. Она с ребенком направляется в сторону Океанского проспекта. Вот только доехать до финишных точек дамам не удается. В районе 8-го дома они не поделили дорогу. Машины притерлись друг к другу и получили минимальные повреждения. Но разойтись по европротоколу не получилось. Участницы ДТП признавать свою вину не собирались. Да никак не случилось. Бывает такое на дороге. Ребят, не надо снимать, честно. Женщины предпочли закрыться в своих машинах и вызвать сотрудников полиции. В результате аварии проезд по проспекту Острякова оказался фактически перекрыт. Место ДТП приходилось объезжать по встречной полосе дорожного движения. Затор возник с обоих направлений.